13-м километре Минского шоссе сотрудники госавтоинспекции совместно с областным министерством транспорта провели рейд по выявлению нелегальных таксистов. По словам инспекторов, много дорожно-транспортных происшествий связано с тем, что таксисты-нелегалы не проходят технический осмотр транспорта и медобследование перед выездом. Работая на износ, водитель попросту засыпает за рулем, тем самым подвергая жизнь пассажира большой опасности. Нарушений много, да, со стороны водителей, которые используют транспортные средства свои личные для перевозки пассажиров. Да, то есть эта деятельность запрещена в Российской Федерации. Ну, соответственно, не по одному разу одни и те же водители попадаются за совершением данных правонарушений. В этот раз было задержано трое перевозчиков-нарушителей. Кого-то остановили впервые, а кто-то попался уже в третий раз. По словам сотрудников транспортного контроля, подобные рейды проводятся регулярно, и польза от них, несомненно, есть. Когда будет государство уделено этому вниманию в плане жесткости, мер принятия и соответствующих санкций, то уже какое-то будет противостояние со стороны государства, уже реальные будут меры, и уже будет, как говорится, невыгодно просто будет нелегалить по этому поводу. Когда они будут терять машины на длительный срок, их будет, допустим, ограничивать в управлении транспортным средством на определенный срок, тех лиц, которые занимаются нелегальными действиями. Это будет срабатывать, это будет действенной мерой. По итогам рейда были возбуждены дела по 16 различным административным правонарушениям. У водителей были изъяты транспортные средства. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».